Добрый день. Агентство Reuters сообщает, что Саркози взят под стражу для дачи показаний. Экс-президент Франции проходит по делу о возможном финансировании Ливии его президентской кампании в 2007 году. 20 марта французская полиция задержала экс-президента Николя Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании в 2007 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник. Согласно информации газеты «Ля Монд», политик заключен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его предвыборной кампании в 2007 году. В свою очередь, портал MediaPert отмечает, что бывшему президенту могут предъявить обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов. Ранее в январе британские правоохранители задержали в Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози. Следователи из Франции подозревают, что Джури является одним из основных фигурантов дела о возможном финансировании кампании Саркози, избранного президентом в 2007 году, из средств свергнутого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Впервые о выплатах Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Каддафи, Сельф Аль-Ислам, в интервью телеканалу Евроньюз потребовал от тогдашнего президента Франции признать факт получения средств из Ливии. Позже началось расследование независимых французских журналистов, которые подтверждают эти сведения. Сам Саркози категорически отрицает все подобные обвинения. На этом пока все. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях под видео и ставьте лайки. А если вы и дальше хотите получать интересную и полезную информацию в доступной форме, то подписывайтесь на канал. Всего хорошего!